А это у нас мама сидит. А это ее дети. 7 малышей. Угу. Им уже. А вот тот большой, это кто? Это все малыши. Вот такие соняры повырастали. Сколько целым возраста? Она? Больше 2 месяцев. 2,5, чуть больше. Смотри, как она злится. Нельзя туда пальцы совать, да? Не, нельзя, может укусить. До 3 месяца этим малышам нашим. Во сколько они начнут уже? Половая зрелость наступит, начнут полгода гулять. Полгода. Ну, а ты смотрел, девочки, мальчики, или там не определились сейчас? Не, видно четко. Я понял. Внутри видно четко, у них там расстояние. Расстояние на хвосте между жопой и не жопой. Слышишь? Вот так брать надо, да? Давай вынесем на этот самый. Ладно. Вот это 3-месячная нутрия, да? Угу. Шерсть такая прикольная. Вот так брать ее за хвост. И тогда она не кусается, да? Ну да. Может, пусть укусит я хоть пару. Самец. А за хвост не это самое. Вот, ну, определить как. Он у него писун. Не знаю. Видишь расстояние? Лапки. А у самок рядом. А ты это самое, ну, воды, в принципе, сейчас доступа у них к воде. Не, нет, а да? Я даю сочный горбуз сладкий. Не, ну я имею в виду вот шкуру, но шкура нормальная, смотрю, а то рассказывают. Ну, это желтоватая от того, что она грязная, ну, грязная. А, что нету где. Если будет купаться, она будет белоснежная. Вот. Без разницы. Ну так выпускать лучше не надо, да? Он приживется и будет норы рыть. Ну да. Вот еще вот у нас хвосты. А что с хвостом? Отгрызают. Подгрызали, когда еще маленькая была совсем, ну, да? Ну они, да, между собой то дерутся, то еще что-то. Ну вот такая фигня происходит. Угу. Вот дурковатый, а. Да, он хвоста не мало, конца хвоста. А кормишь сейчас зерно, я смотрю, кабак. Травку даю. Сено. Да, люцерочка там. Короче, разнотравие. Зерно и горбуз. Ну, они так не особо прихотливые в этом. Главное, железная клетка съедят, деревянная съедят сюда. Угу. Получается, тушка где-то кило 3-4 выходит, если взрослый. Да, где-то так. Обычно живут 3 самки и самец. И вот они, она рожает и пофиг. Да, и они все вместе живут, самец малышей не убивает, у них все дружно. Ну, хорошо, видишь. Дети могут у другой мамки. Короче, питаться. Такие кооперативные животные, да. С семьей живут, с особых проблем нет с этим самым. С белым самцом стандартную самку, и получились малыши. Одни белые, одни стандартные, одни вон с таким пепельным он полезным. Оттенком, а вижу вот этот. Вот такие вот звери. Внутри.